На связи сильные новости. За минуту расскажу о том, куда можно съездить отдохнуть, как обновиться Гомель и насколько потеряет белорусская экономика в связи со спадом украинского экспорта. Меня зовут Женя, поехали. Ну а куда сейчас можно полететь отдохнуть? По-прежнему самым популярным направлением является Египет. Правда, лететь нужно чуть больше 8 часов за заправкой в Казахстане. Из Минска можно вылететь в Грузию и Турцию, правда, не раньше, чем в конце марта. С экзотическими странами вообще вопрос. Самыми популярными сейчас также являются направления в Россию, в Армению и в Казахстан. Что в этом году власти планируют изменить в Гомеле? Во-первых, ремонт Семашевского моста. Во-вторых, возобновление восточного обхода, который соединит Новобелицу и Волотаву. Будут застраивать улицу Федюнинского. Там появится 5 жилых домов, а в Шведской горке появится новая зона отдыха. Ну и все. Что случится с белорусской экономикой в связи с потерей украинского экспорта? Об этом заявил премьер Головченко. Наша страна потеряет 13% экспорта, и это составляет 5 миллиардов долларов.